Венера, здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю компанию Maxi Forex. Мы хотели бы вам задать несколько вопросов. Я не против. Спасибо. Венера, скажите, Венера, как вы узнали о нашей компании? Ну, я, если честно, в интернете, как я могу узнать? Никаких не было там ни друзей, ни контактов, то есть сама непосредственно в интернете. То есть просто получили информацию в интернете и выбрали нашу компанию? Я стала искать, пытаться найти другие, я искала и другие варианты, в принципе, пыталась. В Сочи тоже у нас есть представительство Аль-Пари. Вот. Но потом прозвонила ваша девушка быстрее раньше, и как-то вот так получилось, что я открыла счет сразу у вас. У нас. Ну и что вы можете сказать о нашей компании, об обслуживании в нашей компании? Я довольна, большое спасибо. Вам нравится? Учусь, да, нравится, есть и ошибки, я же вижу, что... Но на фоне 2 недель, наверное, это нормальный результат. Безусловно, 2 недели – это очень небольшой срок, и вам еще многому предстоит научиться. Скажите, Венера, что вы можете сказать о менеджере, о вашем менеджере, который непосредственно с вами работает? Внимательный. Мне нравится, как он общается и как он учит, преподносит. То есть очень внимательный молодой человек. Угу. И вы всегда можете ему позвонить, обратиться с каким-то вопросом? Да, мы договариваемся о времени, он перезванивает. И вот, в принципе, и довольно-таки подолгу консультирует, какие-то вопросы возникают. У меня сейчас вопросов очень много, поэтому я довольна. Безусловно. Да, большой плюс, 5. Замечательно. Скажите, Венера, по поводу технического сопровождения, что вы можете сказать? Вот вы торгуете у нас на веб-платформе, что вы можете сказать о ней? Ну, я так поняла, что есть обновленная версия, и мне пообещали обновить, там у меня сделки не закрыты еще, но так-то я пока, в принципе, не могу ни с чем другим сравнить. Uh-huh. Вот, исходя из того, что я вижу, я другого не видела. Вот как-то обновят, я что-то другое увижу, сравню и, возможно, могу сказать что-то, а так пока меня устраивает. Но это, видимо, не самый лучший вариант. Наверное, раз есть обновление, будем смотреть. Ну, этот вариант, безусловно, тоже неплохой. Но да, вы абсолютно правы. У нас есть новая платформа. И раз ваш менеджер пообещал, то, значит, он переведет вас на новую платформу. Скажите, Венера, вот несмотря на то, что вы новичок в Форексе, у вас, может быть, появились уже какие-то любимые валютные пары или драгоценные металлы, на которых вы предпочитаете торговать? Ну, я пока со своим мизерным кошельком драгоценные металлы не лезу, а из валютных пар, ну, наверное, доллар, иена японская, швейцарский франк, австралийский доллар использую, ну, евро, конечно, но сейчас вот на сегодняшний момент последние вот эти вот несколько, как-то вот доллар, евро, британский фунт, хотя начинала вот больше всего, в основном это британский фунт, доллар, евро, доллар, и вот использовала доллар, франк, доллар, иена. То есть несколько у вас пар таких, которые вы можете... Нет, я вот залезла по рекомендации Роме там и программы, смотрела другие валютные пары, пробовала, кстати, и где-то был плюс, где-то минус. Смотрю, пока еще вот не увлекаюсь сильно новшествами, пока пытаюсь как бы немного пополнить баланс, чтобы можно было вариации больше. Я понимаю. Скажите, Венера, такой вопрос. Что бы вы посоветовали новичкам на рынке Форекс? Как вы считаете, на ваш взгляд, реально зарабатывать на рынке Форекс? Ну, я так думаю, судя по моему балансу, реально. То есть вы являетесь примером? Реально, да, реально. Я, в принципе, не падаю духом, несмотря на некоторые неудачи, которые бывают, и я вижу, что можно заработать. Венера, советую, вы сейчас... Да-да-да. Я говорю, советую всем новичкам тоже не бояться. Вы сейчас находитесь в самом начале пути, у вас еще впереди очень много обучения, очень много познаний, и я хочу вам пожелать удачи на рынке Форекс, успешной торговли, и оставайтесь с нами. Спасибо большое, спасибо. Всего наилучшего. До свидания.